Ты снова написала сценарий вашей встречи, и ты заранее знала, чем завершится вечер. Но он какой-то странный, явно не по плану пошла история эта, и раздавать советы. Поэмы и романы, и он, наверное, пьяный. Шпаргалки по карманам, как говорила мама. Две виски, кола эти, и ты уже не леди. Но крылья обретая, добраться бы до рая. Тебе и тебе ты орешь не по делу, гармония. Поцелуев, подруг советы слушать теперь.